22 января в Украине отмечают День соборности. Этот праздник приурочен ко дню провозглашения акта объединения украинских земель в 1919 году. В Северодонецке прошли торжественные мероприятия с участием руководителей области. Подробнее далее. Празднование Дня соборности в Северодонецке началось с возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Ивану Франко. Руководитель области Георгий Тука сказал о том, что на протяжении всей истории наш народ рвали на части разные империи. Это продолжается и сегодня. Свято, яке, може, зараз ми ще не досить оцінюємо, але в той же час вже майже 100 років тому наші прадіди, вони здійснили споконвічну мрію народу про об'єднання. Несмотря на мороз, заслуженный артист Украины, актер областного музыкально-драматического театра Иван Шербул прямо под открытым небом исполнил песню об Украине. Продолжилось торжество в городском дворце культуры, где чествовали выдающихся людей области. По указу президента Украины Людмила Латышева, заместитель председателя Новопсковского сельского совета, награждена орденом княгини Ольги III степени. Александр Шевченко, заместитель главного инженера Луганской теплоэлектростанции, получил медаль «За труд и доблесть». Также были присвоены звания «Заслуженный врач Украины» и «Заслуженный энергетик Украины». Главы местных советов Сватова и Попасной награждены именными часами председателя Верховной Рады Украины. Праздничную атмосферу создавали артисты Луганского областного музыкального драматического театра. Мы поднимем наш прапор знову и знову. Слава рідній Україні, слава рідній землі. Наталья Воинова, Илья Трофимов, Події.